Проживали у Синельника. Синельник жил недалеко от Мухиной балки. Мухина балка была удобное место. Синельников кто такой? Синельников муж Романа сестры. Вашего гражданского? Да. Скажите. Синельникову было известно совершение вами преступления на территории поселка? Всего да, дивное. Синельнику были известны все преступления, которые совершались на территории нашего района. Он о них узнал уже после совершения. Работал на должности оперуполномоченного в это время. Угу. Когда узнал, работал еще опером. Как он узнал о том, что он слышал? Мы ему рассказали. Сначала рассказала его сестра, его жена. Ну, она не жена была тогда еще, еще не расписала. А она тоже была? Да, муж ей кое-что порассказывал, и она то, что знала, рассказала. Мы потом остальное ему все рассказали.